то-то что. Нет, легче. Уровень сопротивления абсолютно другой. В футбол тебе надо играть против кого-то, ты играешь. Против тебя играет такой же человек, как и ты, либо сильнее даже тебя, но и он сопротивляется. То есть он тебя отбирает мяч. На телевидении ты работаешь там не против кого-то, а для кого-то. Помимо того, что тебя никто за руки не хватает, рот тебе никто не затыкает. То есть можешь говорить, тебе не мешает никто. Для меня там о спорте, если его можно назвать о спорте, это Рокки. Понятно, что это было очень давно. А потом уже все эти фильмы как-то смотришь по-другому, уже будучи находясь в спорте, они все равно не передают, то есть в фильмах все равно не показывают того, что происходит на самом деле. Возможно, для зрителя, который никогда не был, возможно, это интересно. Для человека, который внутри был, постоянно находится, ну, это все чуть-чуть наиграно, так скажем. Doesn't make sense.